Мистер Кларк, я приближаюсь к ангару челнока. Вам надо? Вы должны найти дорогу в грузовой отсек. Обелиск хранится там. Рядом с вами должен быть лифт, который позволит спустить обелиск в ангар. Молю, вы должны помочь мне. Это единственный способ. Хорошо, я сделаю это. Осталось совсем чуть-чуть. Надо закупиться патронами. Нам нужны патроны. Ох ты, тварь! Чёртова тварь. Ну что, твари? Пытаетесь меня напугать? Хрена с два. Ну что, тварь, ты где? Тварь. Всех убил. Узлов у меня нету. Thank you.
Господи, что тут было? Вот мы и встретились, обелиск. Твари.
тварь. Так, у меня есть один узел. Один узел. Лазерная винтовка. Так, импульсная винтовка, может? Ну давай объем. Давайте сохранимся. Я восстановила питание лифта. Поднимись в ангар и погрузи обелиск на челнок. Я отправляюсь на причальную палубу. Черт, мне придется лететь туда на всех парах. Пожелай мне удачи. Ну, удачи. Всем нам удачи. Там что? Ну, черт. Подожди, я же тут был когда-то. Да, мы тут были в начале. Мы тут были в начале. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Кто еще хочет? А кто? Кто еще хочет смерти? Отлично. Я собираюсь пристыковать шаттл. Надо быть очень осторожным. Очень. Вот черт. Осторожнее, дружище. Теперь я могу подвести челнок. Автомат загрузки не отвечает. Тебе придется отключить гравитацию и вручную подвести обелиск под днище челнока. Черт. Как всегда, все вручную. Единственный корабль, на котором мы можем улететь.
Зона невесомости. Ну что, тварь, я вас жду, где вы? Так, ну и где обелиск? Что-то я не понял. А, все, понял. Понял. И обелиск. Патроны. Так. Давай. Сдохните, твари. Да ёптыч. Так.
Все? Все. Я на месте. Все еще никак не заставлю работать чертов автомат погрузки. Айзек, верни гравитацию, тогда я смогу загрузить обелиск. Зона гравитации. Идет погрузка объекта 782. Он на борту. Пожалуйста, полетели со мной. Вместе мы сможем остановить разум Роя. Мы наконец прекратим этот ужас. Хорошо, я готов. Этот ужас. Я готов прекратить этот ужас. Времени почти не осталось. Мы должны стартовать. Что за... Эй! Стой, Амелия. Ты куда? Ты что? Стой. Эй, ты... Кто это сделал? Нет. Нет. Прости, Айзек. Мне жаль, что так вышло. Нет. Я должна быть благодарна за то, что он нашел обелиск. Мы даже обошлись без помощи USM Вейлора. Кстати, спасибо, что помог мне его найти. Мой отдел искал это место уже очень долго. Видишь ли, Кейн даже не догадывался, что весь этот хаос сотворило правительство. Предательница. И что вся планета была одним большим экспериментом. Обелиск? Божественная реликвия? Его создали люди. Просто скопировали с настоящего инопланетного обелиска, найденного на Земле пару сотен лет назад. Откопали, изучили, воспроизвели с точностью до деталей. Привезли на Эгиду 7 и включили. И вот ты видишь результат. Сплошная череда кошмаров. Самое мудрое, что они могли сделать, объявить систему запретной. Но тут появилась CEC и начала разрывать планету по кусочку. Но эксперимент все еще не был окончен. Кейн был прав насчет разума Роя. Обелиск его сдерживал, но сейчас это уже не имеет значения. Обелиск у меня, а вся эта система может катиться в ад. Если для тебя это что-то значит, ты проделал отличную работу, Айзек. А теперь прощай. Люблю тебя. Айзек, это Николь. Ты должен помочь мне. Ты должен помочь нам. Я в диспетчерской. Пожалуйста, поторопись, молю, Айзек. Я люблю тебя. Черт возьми. Две девушки любят меня. Да вы издеваетесь. Как же так? Столько трудов. Кровью и потом добытый корабль. Как же так? Сдохни. Айзек, это действительно ты? Это я, Николь. Я уж не думала, что мы снова встретимся. Боже мой, мне так жаль. Прости за все, что я сделала.
Я не хотела причинять тебе боль. Ты должен вернуть его обратно, Айс. Ты сможешь управлять челноком отсюда. Сделай нас единым. Сделай нас единым. Сделаю. Сделай нас единым. Я сделаю нас единым. Куда мне надо? Аварийный вызов челнока. Айзек, какого черта ты наделал? Ты совершаешь большую ошибку. Это еще не конец. Запущена капсула челнока USG-09. Повторяю, челнок выпустил капсулу. Вот дура. Ей не сбежать от судьбы. Никому не сбежать. Никому не сбежать, да. Он приближается. Я запрограммирую челнок, чтобы он летел к колонии. Цель близка, Айс. А теперь поспеши, садись в челнок. Я встречу тебя там. Этим все там, а Николь. Что там горит? Ты поступаешь верно, Айзек. И сейчас мы снова вместе, как это и должно было быть. Я знала, ты прилетишь за мной. Теперь нас ничто не остановит. Продолжение следует.